Ребят, всем привет! Хочу вам показать свою новую покупку, приобретение. Red Devil у меня никогда еще не было. Это у нас 5700 XT. Что у нас там? 7 нанометров, 8 гигов оперативки, PCI Express 4.0 присутствует. Коробка необычная. Обычно коробки у меня были Asus'ы. У меня были сапфиры. Коробка обычно она продолговатая такая. Вот здесь вот она обычно шире идет. Гигабайт в основном, да. Вот здесь шире. И толстая она, посмотрите, какая. Прям массивная такая. Она и высокая. В общем, ее еще никто не открывал. Зачем-то сорвали ценник. Непонятно зачем. Ну, видимо, там наклеили, да. А потом, опа, нельзя такой ценник нам пропускать. Так, давайте откупорим. Или взять ножик, как вы думаете? Да что ж так? Как прямо не заклеили, хорошо, слушайте. Ну да, тут уже, конечно, явно будет видно, если так вот открыть, что коробку-то вскрывали. Еще и с этой стороны такой же. Даем, давай, давай, давай. Так, так. Или не надо было мне с одной стороны, она походу, да, сверху чисто. Наверное, да. Ну-ка. Одной рукой, конечно, не очень это удобно делать, но надо. Угу. Достаем. Ух ты, слушай, как она прям сидит там плотничком. Как будто она приклеена с той стороны. Она заклеена, не могу вытащить. Слушайте, надо двумя руками, наверное. Сука, ты посмотри, что творит. Чё она, сука, творит? А ну-ка, с другой стороны. Ребят, прикиньте, коробку не могу достать. Это что такое? А, сейчас вытолкнуть. Пришлось вытолкнуть ее в сторону просто. А здесь как мы ее откроем? Так, да? Оп. Опа. Здесь вот такой лейбл. Могли бы наклеечку какую-то, да? Вместо вот этого вот. Могли бы наклейку такую дать. За такой принт просто. Ну, красиво, да, но не наклейка. Еще там какой-то. Как будто я... Видите, карточка, да? Что-то банковская. Могли бы какие-то наклейки хотя бы дать. Руководство. Даже русские есть, ребята. Прикиньте, что творят. Канадцы. А, слышите, положили наклейку, да? Вот она есть. У нас наклейка Red Devil. Прикольно. Молодцы. Могли бы вот такую большую, да, сделать. Чё это?
Что это такое-то? Да ладно. Диска нету, да? Ну, хотя сейчас, по-моему, нигде уже диски не ложат. По-моему. Запечатано. Угу. Просто скотч такой, да? Не, ну она не тяжелая такая, как вот у меня MSI есть. Та вообще писец тяжелая. Я таких видюх в руках не держал. Хотя вот 38, с которой я вчера купил, та трехслотовая, та вообще писец, самая тяжелая, походу. Действительно, которую я держал. Она и самая красивая, которую я видел. Да. Она очень редкая. Почему-то Red Devil, у нее два 8-пиновых, интересно, обычно вот так прям с краю находятся, да, разъемчики вот здесь. А вот у нее прям ближе к серединке. Че, у нас там термопрокладки присутствуют? Так, 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 что-то я так не вижу. Да, вроде как есть. Она почему-то редкая, сама карта по себе, Red Devil. Вот все, мне вот честно говорю, первый раз попалась. Обычно не было вот в ДНС их. Не видел. Надо бежать ставить, пробовать. Что она там может, как она греется, по температурам смотреть. Я сразу вытаскиваю вот эти заглушки, которые с боков, чтобы она лучше охлаждалась. Тоже сюда это. Так вот на кухонном столе, короче. Ну все. Побежал я ставить. Да? Интересно, вентиляторы долго прослужат. Ну прям, что классно, прикольно и необычно. Это то, что сами вентиляторы такие как будто крашеные, как будто под лаком. У остальных же у них у всех такие аниматовые. Вот.